Организаторы акции по сдаче крови на типирование для потенциальных доноров костного мозга не рассчитывали на ажиотаж, который 3 октября создали жители нашего города в лаборатории GemaHelp. Емкости для сбора материалов оказалось недостаточно, и было принято решение продлить акцию. Было бы несправедливым не дать возможность вступить в национальный регистр донорства по костному мозгу всем желающим, которые хотели и были готовы это сделать с 3 октября. По словам организаторов, самую высокую активность проявили жители нашего города зрелого возраста. Некоторым даже пришлось отказывать в силу жестких условий, которые обязан придерживаться потенциальный донор. Одно из них – возраст, который ограничивается цифрой в 45 лет. Не должно быть проблем со здоровьем. Онкологически больные люди не могут. Люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями, тоже. Стать донором очень просто. Необходимо прямо на месте заполнить анкету, сдать кровь из вены. А дальше с вами свяжутся лишь в том случае, если ваша помощь понадобится нуждающемуся в пересадке костного мозга. Всех желающих сдать кровь на типирование и стать донором костного мозга с 10 по 16 октября ждут с 8 утра и до 7 вечера по адресу проспект Ленина, дом 15. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.